Всем привет! Вы смотрите видео-версию сайта «Моя Москва онлайн». Более 650 пар поженятся в столице накануне 8 марта. Как сообщили агентство новостей Москва в пресс-службе столичного управления ЗАГС, в этом году число желающих значительно больше, чем в прошлые годы. Так, в 2017 году в эти даты брак зарегистрировали порядка 200 пар, в 2018 – около 500. При этом в 2019 году зафиксирован пик популярности на эти даты – около 1000 пар. В прошлом году ЗАГСы работали 7 и 9 марта. Международный женский день праздновали накануне Великого Поста. Заключить брак накануне 8 марта можно будет и на новых площадках. Среди них особняк Роял, ресторан Романтик, башня Меркурий в Москва-Сити, Центр искусств Храма Христа Спасителя и другие. Уточняйте, что заявление на новую площадку можно подать не позднее, чем за месяц. На этом у меня пока все. Больше новостей на сайте mymsk.online. До скорого!